Ордена Республики награждаются доктор технических наук, профессор, министр образования и науки Донецкой Народной Республики Коробов Евгений Васильевич. Образование всегда было самым уважаемым и самым любимым нашего народа. Именно вы, образованные, очень воспитанные, а главное, любящие свой край и наш народ, даете возможность нашей республике развиваться, укрепляться, и у нее большое-большое будущее.